Приветствую всех зрителей и слушателей канала Фита. С вами, как всегда, Таня. И сегодня расскажу, как правильно применять люцерну при женских заболеваниях. Люцерна полезна для женщин вне зависимости от физиологического статуса и возраста. В гинекологической практике изофлавоноиды, входящие в состав люцерны, помогают в терапии эндометриоза и других гормонально обусловленных заболеваний. Изофлавоноиды – это натуральные вещества растительного происхождения, фитоэстрогены, которые по структуре сильно схожи с естественными гормонами человека – эстрогенами. Фитоэстрогены препятствуют развитию новообразований за счет подавления роста энзимов и кровеносных сосудов, питающих опухоль. Люцерна рекомендуется при таких проблемах с мочеполовой и репродуктивной системой. Климактерический период, нарушение менструального цикла, простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, то есть аденома, болезненные менструации, воспалительные процессы. Кроме того, поскольку изофлавоноиды выступают как заменитель эстрогена, то ведут к снижению риска потери костной массы. Мочегонные свойства в совокупности с противовоспалительными полезны при профилактике пиелонефрита, цистита и мочекаменной болезни. Люцерна избавляет от ранней седины. При ее регулярном употреблении количество седых волос значительно сокращается, а то и вовсе они исчезают. Омоложение происходит и в прямом смысле на лицо. Люцерна помогает бороться с признаками старения и способствует разглаживанию морщин. При беременности стимулирует формирование костной ткани у плода, а при лактации увеличивает выработку молока. Кроме того, люцерна показана к применению при простудных заболеваниях, ангина, грипп, бронхит, ишемической болезни сердца, атеросклерозе, повышенном уровне холестерина, повышенной ломкости капилляров, анемии, артрите, подагре, ревматоидном артрите, остеопорозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, коликах, сахарном диабете, нарушении функции поджелудочной железы, панкреатите, нарушении функции щитовидной железы, заболеваниях печени и желчного пузыря, грибковых заболеваниях. Рецепт настоя. 3 столовые ложки измельченной травы залить 1/2 литра кипятка, настоять 4 часа, процедить. Принимать по 1/3 и 1/2 стакана 3 раза в день. Рецепт отвара. 2 столовые ложки измельченной травы залить 1/2 литра воды. Кипятить на слабом огне 5 минут, настоять 1 час, процедить, принимать по 3 стакана 3 раза в день. Рецепт настойки. 1 столовую ложку измельченной травы залить 1/2 литра водки, настоять 2 недели в темном месте, периодически взбалтывая, процедить, принимать по 10 капель за 30 минут до еды. Люцерна противопоказана при системной красной волчанке, аутоиммунных нарушениях, обострение желудочных заболеваний, аллергии и индивидуальной непереносимости. В нашем магазине Фитоио вы сможете найти люцерну в виде экстрактов, таблеток, а также в виде фитосвечей. Надеюсь, мой ролик был вам полезен. С вами была Таня. Всем пока!